Вот бывает такое, что мы вот в одном ряду стоим, имам читает Коран, один так стоит, а другой рядом рыдает, плачет. То есть думаешь, как это? Один тот же намаз, один тот же это. Почему? Вот вопрос есть вот сердце. Насколько это оно чисто? Как ты его настроился? Как ты относишься к этому? Как это? То есть, например, два студента, оба ходят на лекцию и так далее, да? Один там не сдал, другой сдал. Почему? Как относился? Кто-то не слушает там в телефоне, сидит, а кто-то преподаватель слушает. То же самое, как вот, как ты относишься к этому? Именно поэтому вопрос это и вопрос искренности. И это приказ Всевышнего Аллаха каждому к нам, говорит: «Я и халядина амену таккуллаху вакуну маа садикин». О верующие, будьте набожными и будьте вместе с честными людьми. Будьте сами честными и будьте с честными, искренними людьми. Это матлабы дуньявы. Это говорится то, что Аллах от нас требует в этой жизни. А его натижа, яумин кияма, в судный день, результат, хаза яумин янфа ас садикин ас садикум. Всевышний говорит, это тот день, когда искренним поможет их искренность.